Приветствуем всех на своем канале. Сегодняшний ролик у нас о отличном мероприятии паркур в городе Харькове. Мы вот встретили организатора этого фестиваля, Сергей. Зададим ему пару вопросов. Надеемся, он в полной мере осветит этот праздник и погрузит нас в эту атмосферу. Сергей, расскажите, пожалуйста, что у нас сегодня происходит. Здравствуйте, я Сергей, один из организаторов фестиваля. Вы сейчас находитесь на фестивале Паркур Культур про Catch Days. Здесь представлены не только паркур, то есть уже были трассы на скорость, кто быстрее всех пробежит. Сейчас проходят соревнования по трикингу и по фрирану. Трикинг – это такое совмещение восточных единоборств и акробатики. И фриран – это такое зрелищное выступление, эффектное, которое направлено на зрителей и показать, в общем, все возможности человеческого тела. То есть здесь и паркур преодоления препятствий, и акробатика уличная, и различные элементы брейк-данса, и спортивной гимнастики. В общем, кто во что гораздо. Мероприятие конкретно это проходит уже третий раз здесь, на уличной площадке Хнатоба. Раз в год, да, оно проходит? Да, оно проходит раз в год, но здесь также мы собираемся с другими ребятами из Street Culture. Здесь проходит фестиваль уличных культур, в мае вот проходил. И также у нас есть небольшие соревнования, но это уже в нашем зале проходит. То есть здесь мы выбираемся с нашими учениками, с нашими коллегами из других городов, чтобы встретиться, показать зрителям, показать харьковчанам, что вот есть такие уличные направления. А чаще всего мы тренируемся в специализированном зале, в зале прокач. Проходят у нас тренировки по паркуру, по акробатике, по фрирану, по батуту, по трикингу. В общем, весь спектр того, что можно сделать в мягком зале. Ну, собственно, по кадрам вы видели, ребята, есть те, кто пришли совсем недавно занимаются, есть те, кто вообще паркуром не занимаются, просто пришли себя попробовать, испытать себя в преодолении препятствий. Вот. Но есть ребята, которые занимаются не один год, а даже десяток лет, которые показывают и здесь класс, выигрывают призовые места и также профессионально занимаются этим либо в каких-то коллективах, либо ездят на соревнования международные. В общем, вот такой вот у нас фестиваль. Да. Надеемся, вам все понравится. Постарались поснимать ролик максимально динамично. Все этапы соревнований.